Сегодня в игре мы начинаем гонку за достаточно странным и необычным хиличурлом. Окей, давайте вернемся к нашему событию, которое стартует в Genshin Impact уже сегодня. Да, именно сегодня у нас стартует событие под названием «Поймай меня, если сможешь». Можно сказать, то, что это последнее более-менее интересное событие, которое ожидает всех игроков в этом обновлении. Потому что нам остается только два ивента. Это наш всеми любимый Либейн, который прибудет в самом конце патча, а также двойные книжки талантов, которые мы будем выбивать с подземелий. То есть, в принципе, ничего такого интересного у нас больше не остается. Поэтому давайте посмотрим, что же нам припасли разработчики именно в этом ивенте. Во-первых, на европейском сервере данный ивент стартует в 12 часов по московскому времени. То есть сегодня 27 числа. И продлится он до 6 июня. Поэтому времени будет более чем достаточно. Что нам нужно будет выполнять в этом событии? В принципе, цель события очень простая. Нам необходимо собрать подсказки, найти местоположение странного хиличурла и его укокошить. За выполнение данного задания мы будем получать вкусные призы. Всего хиличурлов нам нужно будет найти 7 штучек, по одному один раз в день. Поэтому оно будет открываться постепенно, по одному хиличурлу раз в день, и если вы хотите, вы можете убивать их ежедневно, каждый раз нового, либо же прийти в конце события и убить всех сразу. За устранение странного хиличурла мы будем получать, конечно же, награды. Мы будем получать по 70 примагемов и по одному рецепту для нашего чайника. Это очень приятно. В совокупности мы сможем получить 420 примагемов и 6 разнообразных эпических рецептов. То есть мы как минимум получим еще 540 очков доверия для нашего хранителя чайника. Что достаточно неплохо, потому что даже если вы выкупите все рецепты, которые есть в чайнике хранителя, то нам все равно не хватит для прокачки максимального уровня доверия. Поэтому новые рецепты, новый опыт, и это такой достаточно большой прыжок. Ну и само собой нам подкинут немножечко моры и книжек опыта, куда же без них. Так как же должно проходить вот это вот наше расследование? Как нам нужно будет находить этих странных хиличурлов? Достаточно просто. В самом начале нам необходимо подойти к Катерине, она нам выдаст задание. Она скажет то, что нам необходимо найти вот этих странных хиличурлов, и в этом нам поможет наша любимая Илон Маск. Отправляемся к ней, и нам будет выдан специальный разговорник с хиличурского. Там мы сможем изучить основные фразы, которые нам нужно будет понимать. А далее выдвигаемся на локацию, и в данной локации будут находиться разные хиличурлы. Нам необходимо найти тот, который согласится с нами побеседовать. Если вы встречаете обычного хиличурла, то, в принципе, запинываете его, ничего, в принципе, такого с этим не будет. Полутаете с него лут, и, в принципе, все. Как только нашли разговаривающего хиличурла, он даст вам какой-то запрос. К примеру, в первый день выдается такой запрос, как ему нужно что-то, что есть, связано с водой и связано с мясом. Если мы сопоставим эту информацию в голове, то мы поймем то, что ему нужно принести кусочек рыбы. После того, как ему выдаем кусочек рыбы, он дает нам первую подсказку, и мы можем идти в следующую локацию. Ну а в другой локации повторяем все по кругу. Находим хиличурла, который готов с нами разговаривать, принимаем у него задание. Во втором случае нам нужно будет убить отряд Фатуи. Убиваем, возвращаемся к хиличурлу, и он дает нам вторую подсказку. После того, как мы получаем две подсказки, мы уже можем понять, где нам нужно искать странного хиличурла. Но опять-таки подсказка достаточно туманна. Вам нужно прийти туда после 6 часов. Приходим туда после 6 часов и встречаем нашего хиличурла. Он будет немножечко покрепче, чем обычные странные хиличурлы, но каких-то особо сильных проблем с ним, конечно же, возникнуть не должно. Убиваем хиличурла и получаем свой лут. В принципе, на этом сегодняшняя задача закончила, и ждем уже завтрашнего дня для того, чтобы можно было в очередной раз получить награду. Вот на этом, в принципе, все. Не забывай то, что у нас идет большой-большой розыгрыш на 100 тысяч подписчиков. Если ты еще не принял в нем участие, то информация будет вот в этом видео. Залетай, там можно выиграть примагемы, мерч по Genshin Impact, ну и всякое подобное. Итоги мы уже будем подводить в это воскресенье. Так что времени у тебя остается все меньше и меньше. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.